11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем здравствуйте. У нас сегодня две темы. Как и обещали, мы, во вторник и в понедельник мы об этом говорили. Мы сегодня во втором часе после 12 будем говорить о новом жилищном законодательстве. Все, что касается управления... Что такое МКД, Аня? Многоквартирные дома, Светлана. Что это? МКД — это многоквартирные дома. МКАД какой-то у нас тут появился. Но мы говорили о том, что большая сессия прошла не так давно на площадке Сбербанка. Федеральные эксперты приезжали, говорили обо всем, о тарифах, говорили о мусоре, говорили о тепле, говорили. Более 50 управляющих компаний там присутствовало. Жаркие были дискуссии, и мы сегодня пригласили участников этой площадки для того, чтобы с этой стороны понять. Вот мы стараемся все делать по ЖКХ, программы просветительские такие, чтобы мы могли разобраться, собственно говоря, жители этого города, как мы, за что мы платим, какие у нас права. А здесь мы со стороны управляющих компаний посмотрим, какие у них возникали вопросы. Это тоже нас касается, конечно, непосредственно. Но в первом части мы будем говорить совершенно о другом вопросе. Сколько лет уже тянется эта история? Наверное, нам наши гости. 2013, скажем, по-моему. Нет, я думаю, 10-11. Я думаю, 10-11, потому что в 2011 году Ленинская прокуратура, или это Октябрьская прокуратура, нет, Октябрьская прокуратура вынесла, признала вот передачу парка незаконной. То есть это первое решение. Я думаю, что голоса узнали. Голоса наших гостей узнали. Это Дмитрий Русских, депутат законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день всем слушателям и вам, ведущим. Да. И Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, здравствуйте. Добрый день. Два человека, которые непосредственно принимали участие в... Ну, скажем так, вы в этом вопросе сопротивлении, так сказать, того, чтобы Парк Победы был часть Парка Победы была отторгнута, застроена с самого первого буквально сигнала об этом и до нынешнего момента. Поэтому, собственно, мы и разбираем этот вопрос сегодня, поскольку наверняка вы, слушатели, в новостях наших отметили, что идут задержания по делу Парка Победы. Был задержан Леонид Ефаркин. Это завод охотничьего оборудования. Собственно говоря, то предприятие, которое в свое время выкупило у города участок за 338 тысяч рублей, 4 гектара с лишним, а потом, выкупив, продал за... За сколько миллионов? Но все разные цифры. До сих пор 160 миллионов рублей. Получается, ходит в таких пределах. Кто-то говорит там 160, кто-то говорит 180, кто-то говорит там 200. Да? Но мы понимаем, что это в пределах однозначно не 336 тысяч рублей, да, и не 9 миллионов рублей, которые говорит, что потерпел ущерб там городская администрация. Нет, это городки. Минимальный. Да, минимальный, да. Но мы говорим о сумме близкой к 180-200 миллионам рублей. То есть не 120? Значит, нет, точно. Вот давайте даже для сравнения, вот в Дагестане мэра города приехали с Москвы, вытащили, увезли в Лефортово, закрыли, там продали за миллион то, что стоило 77 миллионов, а здесь 338 тысяч и 160 раз 180. Слушайте. Ну, цифра несопоставимая. Да. Леонид Ефаркин был задержан. Его допрашивали, говорили о том, что очные ставки должны в ближайшее время начаться. И вот 12 ноября в новостях прошли сведения о том, что Ефаркин отпущен под домашний арест. И мы уже начали в особых мнениях обсуждать этот вопрос. Вчера Аня с Яном Чеботаревым да, этот вопрос обсуждали. И мне кажется, здесь есть в чем покопаться. Ян Евгеньевич, ты спросила о том, что значит домашний арест. Потому что, ну, по моим ощущениям, это мера пресечения подозреваемому либо обвиняемому избирается по двум причинам. Первое, это не очень хорошее состояние здоровья, возраст, там все что угодно. Но Ян Евгеньевич, кстати говоря, это опроверг. Он сказал, что у нас в СИЗО хорошая медицина, не клевещите на страну. Ну, вот. Да. И вторая, значит... Мы видим это на примере... Никита на многих примерах мы это видим. Да. Кругом. И вторая история, как мне кажется, это то, что под домашний арест обычно выпускают человека, который не представляет угрозы для следственных действий, то есть не может оказать давление на свидетелей, не может скрыться от следствия, ну вот это вот все, да, и со следствием активно сотрудничает. Ян Евгеньевич сказал, что да, действительно, такие случаи часто бывают.
Верно. Ну вот я, знаете, при нашем рассуждении я бы хотел разделить сразу две вещи. Вот есть юридические аспекты, которые мы сегодня с вами не можем обсуждать, не потому можем. Что тайна следствия. Мы не погружены в них, и да. На самом деле ни один человек, кроме следователей там, и избранных лиц, не знает нюансов. Мы можем только предполагать. И второй, такой общественно-политический, на который мы можем давать оценки, то есть предположение, это наше право, и я бы сказал, даже наша обязанность депутатов, да, в частности. Да. И вот если брать защищать по... все народ. Домашнему аресту. Вообще для меня было удивлением, что Лина Михайловича Фаркина задержали. В моей картинке происходящих событий, я ее достаточно знаю, ну как бы так плотно, для меня было неожиданностью. Но потом я понял для себя, опять же, это не какие-то слухи, но я для себя понял, в чем суть вопроса, почему задержали его. И появилась статья, обнародованная, что 159-я, часть 4-я, это мошенничество, совершенная группой лиц по предварительному сговору. И у меня сразу картинка как юриста сложилась. То есть, знаете, в чем вопрос? То есть, Ефаркин продал Кировспецмонтажу за 160-180 миллионов эту землю. А я знаю, что Кировспецмонтаж пришли в администрацию города, а Илья Вячеславович Шульгин сказал, вы никогда здесь не получите разрешение на любое строительство. И получается, что Леонид Михайлович до этого сказал, что это, я уверен, что, наверное, в договоре земля под многоэтажное строительство, получил за это 160-180 миллионов, а получается, мало того, что мы купили землю, ничего построить не можем. И тут вырисовывается состав мошенничества. Человек сознательно знал, скорее всего, что это было. А Леонид Михайлович не мог гарантировать, что получит разрешение на строительство, а продавал землю именно с таким, и говорит, там все решено наверняка. И вот поэтому появилась статья о мошенничестве. Я прошу прощения, давайте мы все-таки немножко хронологию восстановим. Вот эта сделка по продаже части участка Парка Победы компании «Кировспецмонтаж», она когда происходила? У нас Шульгин работает главой администрации Кирова год. Вот, ну вот. С 27 ноября прошлого года. То есть в этот официально. Момент он в работает, этот момент а сделка Шульгин... по продаже парка пошла в Кировспецмонтажу в сентябре 2016 года. Ну, наверное, или 17-го, да. В сентябре, то есть началось еще до того, до как пришел Шульгин. Да. Еще не было понятно, что будет глава администрации, который может наложить вето, да, на строительство на этом участке. Да, они не предполагали. Ну, вот смотрите, тут такой двойной нюанс получается с точки зрения юридической. Господин там Шульгин говорит, что строить он не подпишет документы. Значит, у нас в 2015 году, по-моему, или в 2016 было заседание городской думы, которое она перевела как раз под продажу, как раз, потому что мы должны сразу с вами все понимать одну очень важную вещь, что в том варианте, который изначально выкупал господин Ефаркин этот участок, строить жилое строительство там было нельзя. Да? Значит, то в данном случае здесь как был такой поэтапный вход и поэтапный выход, то после того, как они купили, буквально в ближайшем периоде времени на городскую думу вынес вопрос о том, чтобы перевести эти земли, которые позволяют строить жилое жилье. Смена да. Категории или статуса? Да, то на сегодняшний день у нас есть закон, который принят городской думой и депутатами большинства одной всей известной партии, которая, в общем-то, приняла и разрешила сегодня там строить. Да, сегодня с точки зрения закона они могут. С точки зрения разрешения администрации города есть вопросы, они должны пройти определенную методику согласования. Господин Шульгин им говорит, что я вам не подпишу. Там, да, то получается такой очень интересный казус. Но если мы сегодня вернемся к самому началу, а я уверен, что еще в 2010 году этот план был... В 2005-2006 годах завод взял в аренду земельный участок. Это первый участок. Нет, это маленькая часть, это небольшая, маленькая, там которая с кортами, да, со всеми. Это большая. С кортами и с раздевалками и со всем прочим. Там даже это меньше полгектара. Это меньше полгектара. Да, это был первый шаг. После этого шага возникла идея, а почему бы... Вы думаете, тогда уже? Я думаю, что все началось еще гораздо раньше. Uh-huh. Потому что если мы сейчас пойдем по всей пошагово, там, да, мы видим, что, слушайте, друзья, но такую операцию нельзя было провести за один день. Если бы любой предприниматель или кировчанин пришел с такой идеей в городскую администрацию, ну, вы верите, что это могло произойти в обычной форме? Я не верю. И в данном случае мы точно понимаем, что это был организован план буквально с 2010 года поэтапного перехода этой земли в собственность там ООшки это или там каких-то частных лиц, которых мы тоже в принципе все знаем, только единственное, что почему-то Следственный комитет их еще до конца не озвучил. Да. Но весь город уже все знает, и я вам скажу, и Владимир, наверное, ходит по избирателям, на большинство встреч вопрос задают, а что там с Парком Победы и когда арестуют всем известного человека? Давайте вот мы два вопроса сейчас этих, которые вы уже затронули, разберем поподробнее. Ну, во-первых, то, что городская дума в свое время приняла перевод участка
под под общественно деловую застройку. Это 12-й год был. Изменились рекреационные, да, составляющие на общественно деловую, где можно строить жилые дома. Вот сейчас данная ситуация, когда такая конфликтная история происходит, я обращаюсь к депутату городской думы Владимиру Журавлеву, что городская дума предпринимает? Возможно, к вам обращались. Должны ли вы разобрать этот вопрос? Будете ли вы менять? Смотрите, во-первых, городская дума вот этого созыва, но она достаточно пока, по крайней мере, пассивная. Кстати, вот за перевод земли из общественно-деловой, потом на строительство многоэтажное, он происходил в 2015 году, да, после продажи земли. Потом началась продажа земли, которая им и помогла продать за такую цену. Это 16 марта 2015 года. Это еще при прежнем составе? Это при Перескокове и при главе в городе Быкове и при той думе, которая была до 16-го года. Да, но на самом деле, вы знаете, здесь роль думы, она небольшая. То есть, конечно же, я вам даже скажу про голосование. Это было в марте. Это было в 2015 году, где-то, по-моему, или летом, или тоже в сентябре. Голосование было, трое человек проголосовали против. Это Сандалов Леонид Витальевич, Черезова Татьяна Ивановна, ну и я, Журавлев Владимир. А двое воздержались, остальные все проголосовали. Тут даже сложно лепить, там, условно говоря, там, какая-то партия и так далее. Это просто была послушная депутат. Хотя все, я выступал, хотя все знали Сандалов, Черезова, да, выступали на этом. И говорили, что это коррупция, делаете, это же коррупция и так далее. А депутаты все, то есть сегодня можно... То есть слово коррупция звучало прямо на заседании. Конечно, это начало звучать буквально еще с 13-14 года, когда пошли первые митинги. Я раз 20, мало того, после продажи в марте 16 марта 2015 года я господина Перескокова задал вопрос официально как депутат. Он встал и толком, понимаете, минуты 2-3 мычал, вообще ничего не сказал, понимаете, стоял и молчал в пространство. Я говорю, там построят дома, это коррупция. На что после этого Быков сказал, да не, там все решено, все законно, все это делать. Я раз 20 говорил, при том, можно посмотреть все эти записи Думы городской, они существуют в архиве, это все понимали. Мало того, протоколы я заседания все есть, предупреждал, да. И когда вот мы проводили митинг, когда, в каком это году? Был 14-й год, это был август месяц, когда вот первая информация пошла, что как бы надо, что тут вернее, все, что было, жилая застройка, и они уже даже презентовали на каком-то конкурсе проект, этот проект. Городской конкурс, да, застройки жилой, третье место, да, заняли. Да, они уже презентовали именно за жилую застройку в этом части на зодчестве, парка. Наверное, ну, это все. Да, 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 после этого это уже давайте все пошло. Сделаем, да. Нам нужно прерваться на полминуты и продолжим. Дело по парку Победы. Да, да. Дело по парку Победы активно развивается. Толчок бы дан этому делу, более мощное такое развитие с приходом нового главы администрации Ильи Шульгина в прошлом году. Напоминаю, что с 2005 года фигурант дела Леонид Ефаркин являлся арендатором части земли, прилегающей к парку Победы. С 2013 года были митинги. 2014 года были митинги, когда люди отстаивали эту землю и не хотели, чтобы там производилось строительство. А в прошлом году, в сентябре месяце, городская дума нашего областного центра проголосовала за перевод этого земельного участка в 4 гектара под общественно-деловую постройку и жилые дома. Вот сейчас мы задавали вопрос до перерыва Владимиру Журавлеву, депутату Кировской городской думы и прошлого, и нынешнего созывов, о том, а что же произойдет сейчас. Вот Шульгин говорит, не дам строить жилые дома там. Тем не менее, статус участка позволяет это делать. Будет ли дума голосовать снова или как-то рассматривать вопрос о возвращении статуса рекреационной зоны, например? Ну, во-первых, мы не меняем статус обратно. По одной причине ведется уголовное дело, ведется процесс, поэтому туда-сюда двигать не надо, нужно оставить все. Это как землю невозможно там арестовать, да, но есть юридические вещи, что пока с ней никаких перемещений нельзя производить до выводов следствия. Первый момент. Второй момент, то есть нет угрозы того, что там кто-то что начнет строить, потому что у нас сегодня есть в связи с этим уголовным делом, ну, полное право отказывать вообще в любых действиях с этой землей. Да, заморозка. Поэтому, хотя мы предлагали, выходили. И на самом деле вообще уголовное дело, когда Илья Вячеславович пришел, он долго не верил, что такое было возможно. И там ряд депутатов... Что так передали землю вот за такие деньги? Заявление писали в Следственный комитет, там группа депутатов активных, притом тоже там с разных партий, кроме «Единой России», да.
потому что ну, Единая Россия возглавляет партию. Тут, понимаете, есть аспекты такой, главу партию-то возглавляет человек, да. Глава города, и вы не забывайте, что и я не помню, чтобы без как бы единогласно голосовала Дума при таким принципиальным вопросом. Это однозначно не может быть по определению, потому что каждый депутат понимает ответственность и как бы как СМИ на это среагируют. То в данном случае без какой-то определенной установки это не могло быть. Потому что если бы не было установки и было бы свободное голосование, я думаю, что вопрос бы этот не прошел. Да, можно сейчас опрашивать всех депутатов пятого созыва. Они там, Единая Россия особенно, то есть они там все скажут, да, господин Быков говорил, можно и Ладыкина опросить и так далее. Тут, знаете, вот есть такой момент, я бы хотел его сегодня озвучить, чтобы город знал своих героев. Вот в 14 августе 2014 года, когда митинг Дмитрий Михайлович, Турула Валерий Николаевич, Татьяна Ивановна Черезов, я как депутат был, те, кто говорил, что, ребята, да, это нужно продавать, это законно, это было на Наталья Анатольевна Мамедова, которая сегодня тоже, в моем понимании, была задержана двое суток, потом также ее отпустили. Она... Но следком не подтверждает эти сведения. Не подтверждает. У меня есть такая, как бы, из моих источников, что она все-таки на двое суток была задержана, и также были оформлены с ней отношения по содействию следствию, да, то есть как бы сотрудничество со следствием. Затем приходила Татьяна Винимина Говорова, это управление архитектуры и строительства. Вот смотрите, здесь есть, в моем понимании, три вида преступление. Первое – это преступление, которое, я думаю, Наталья Анатольевна Мамедова сейчас, она была на тот момент глава департамента имущественных и земельных отношений. Вот в чем смысл? Да, ее сняли в 31 октября 2018 года, заступила Елена Липунова на это. Ну, она, по-моему, в конце августа, в начале сентября написала заявление после первых допросов, где она ничего не признала и так далее, в моем понимании, по моим источникам. И суть в чем была? Первое, мы ведь перевели, это была рекреационная стоимость земли кадастра была 56 миллионов рублей. Нет, в 2013 году она составляла 155 миллионов. Да, 155, потом они в два этапа. Сначала перевели, все правильно говорит, потом 56 Михайлович, стало 56, а потом 1 700 000. Потому что я уверен, что когда 56 перевели, сразу хочу слушателям рассказать, что такое кадастровая стоимость. Слушайте, от кадастровой стоимости или мы аренду, плату собираем раз, или налоги, если это имущество, собираем налоги от кадастровой стоимости. Поэтому явно есть два этапа понижения. То есть со 150 сначала перевели на 56. То есть мы понизили, то есть ущерб бюджету города Владимир в действиях Натальи Анатольевны Медведевой или главы департамента имущественных отношений. Он прорисовывается. Подождите, с какой целью? Вы можете мне пояснить, как так? Статус земли меняется на более, в моем понимании, дорогой, потому что больше инвестиций, да, можно, точнее так, больше инвестиций можно отбить, да. А кадастровая стоимость в сторону снижения меняется. Как это вообще возможно? Потому что я вам скажу, что это изначально была подготовлена схема. Они шли поэтапно на протяжении большого времени. Для того, чтобы выкупить по заниженной цене, им нужно было кадастровую стоимость опустить до 1 700 000. Так на основании чего она менялась? Изменение назначения земли. Назначение земли одно. Смотрите, пока там еще был на пользу сыграл такой федеральный закон, как бы требование о том, что земля муниципальная, кадастровая стоимость очень большая. Да? Получается, муниципалитет, само же государство за эту землю же еще и платит налоги такие большие. То в данном случае, если это общественные места, и это парковые зоны там, или места отдыха, то, в принципе, можно было кадастровую стоимость как бы понизить для того, чтобы само государство не платило эти налоги. Цель была такая. Да, цель была такая. Потому что никто же никогда и не думал, что в данном случае там, да, это все готовится для того, чтобы продать какому-то частному лицу. Подождите, так статус-то земли изменился? Почему кадастровая? Статус изменился только в 2015 году. Потом, сначала понятно. Надо было сначала его понизить, так как он, понятно, что ты когда его понижаешь, и там совершенно другое назначение этого участка, да, под общественную там, как бы, да, вещи, это одна история. Чтобы сэкономить деньги бюджета, не платить такие большие налоги. Какая это невероятно сложная схема, прикрытая положительными, позитивными намерениями. Да, а потом смотрите, я думаю, что тут еще циничнее было. Первый раз они перевели со 155. Что такое кадастровая стоимость? Это если близко продаже, к рынку, да. При продаже земли они не имеют право продать дешевле. Дешевле кадастровая стоимость. Да. На тот момент вообще, когда 13, 14, 15 год, стоимость в сотке была 1 000 000 рублей. То есть стоимость этого участка 400 миллионов была. До кризиса 2014 года. И они сначала на 155 миллионов жаба задавила. Представляете, как 155? На 56. А потом думают, слушайте, а что 56-то? Давайте 1 700 000 дешевле. То есть жадность, она мотивационная. Да, мотивационная. А в итоге 338. Да. В итоге, нет, они за 1 700 000 опустили, и там еще льгота по этой земле за 20%. Представляете, это цинизм. Они параллельно отдали в аренду этот участок этому предприятию. А дальше по российским законам он может
да. И он подал документы в 2015 году. В моем понимании, вы знаете, это с точки зрения гражданского, там же была еще эпопея целая. Сначала суд вынес, районный суд Октябрьского района вынес решение, что незаконная передача земли. Продажа земли. Я помню, там они долго подались. Больше года областная прокуратура возбудилась. Да. Представляете, областная прокуратура возбудилась и больше года вела. Но первое решение суда было, потом, в моем понимании, глава города Перескоков и Владимир Васильевич Быков, в моем понимании, источники вмешались. Пошли, условно говоря, в областной суд и начали с некоторыми людьми, хотя мне эти фамилии известны, и правоохранители с ними будут сейчас разговаривать. Там два судьи фигурируют, с которыми, которые сейчас оба в отставке, с которыми можно сейчас работать. Я считаю, они а сыграли в этой схеме. А как давно они в отставку вышли? Недавно. Угу. Ну, полгода, может, 9 месяцев, ну, в течение там, последнего года. И они в сговоре с этими двумя лицами, с господином Перескоковым, Быковым. Это мы предполагаем. Вызываем, да? Судью, предполагаем, мы предполагаем, сейчас. Но из моих источников правоохранители обладают такими. Я областной суд меняет решение. Меняет решение. Вызывает Ленинского. Другого судью, этот же суд выносит другое решение, и пошло, все это устояло. Но я и Быкову говорил, и Перескокову говорил. Вот в данном случае господин Быков, ну, в моем понимании, наверное, и по словам там, что якобы он выгодоприобретатель, а господин Перескоков, я ему подыграл. Но для меня, знаете, говорят, что он договор купли продажи не подыгрывал, не выписывал. Но нанесение ущерба, но очевидно, я ему на Думе об этом неоднократно говорил. Что ты делаешь? И когда они продали за 160, просто все пазлы сложились, понимаете, купили за 338, через 3 года ну, продали вся за 160, 180. То есть это законченный состав преступления. Схема полностью сработала. И все. И я считаю, господин Перескоков здесь тоже должен нести ответственность, даже если он не подписывал. Ну, представляете, глава администрации, он отвечает за все. И даже если подписал один из твоих замов, этот договор купли-продажи, ты был в отпуске, пришел, так ты отмени его. Вы просто смотрите, если мы посмотрим там вообще историю взаимоотношений там города и кировчан, там, да, мы видим, что никогда за какого-то кировчанина так дружно администрация, суды и там все необходимые там не так никогда не бились, как бились за это предприятие. Да. Вся городская администрация кричала, что ущерба нет, что 336 тысяч это просто прекрасные деньги, которые получил город, и они очень все счастливы. Нет, подождите, вот можно я все-таки правку внесу? Я, насколько помню, никто не говорил, что ущерба нет, и это прекрасные деньги. Почему? Просто все нет, говорили, ущерба нет, говорили. Нет, подождите, говорили, что все по закону. По закону и ущерб городу не причинен. Да, это заявление верно. Господина Перескокова. Значит, давайте так, да. Дальше мы говорим о том, что ситуация развивалась так, что, в общем-то, и потом и суд областной говорит, что все законно, все хорошо и никаких проблем нет, да. Потому что, в принципе, против кировчан встала целая толпа чиновников и определенных судей, которые были заинтересованы для того, чтобы это все осталось на таких условиях у частного предприятия. Слушайте, Дмитрий Михайлович, полностью действительно ведь все законно. Вы понимаете, выстроена такая схема. Погодите, мы давайте сейчас не про это. Подождите. Юридически прохождение, как провела все это администрация города, с одной стороны, юридически все это законно. Да. Но мы с вами видим, что в данном случае произошла за 5 лет целая схема вывода земельного участка, который сегодня можно смело оценить 180 миллионов рублей, за 336 тысяч. Одну секундочку. Без помощи высшего руководства города это было бы невозможно никогда. Конкретно Перескоков, Быков. Мало того, да. В этой схеме, Дмитрий Михайлович, очень важный аспект. Как бы суд не закончился, там, может быть, 2-3, я думаю, посадки будут. Уголовное дело тут никуда не отвертеться. Все, состав весь. Даже если все вернут обратно в исходное состояние, состав был выполнен, они это сделали недобровольно. Тут были и задержания, и все остальное. Но Владимир, считаю, весь город за этим следит. Весь город говорит только об этом. Десяток чиновников городской администрации, они были исполнителями, конкретно подсказывали, придумал эту схему не Перескоков и не господин Быков. Эту схему придумывали уже конкретно. Вот Наталья Анатольевна Мамедова совершенно, я считаю, с определенными юристами интересными. Управление архитектуры и земельных отношений, считаю, тут Ирина Васильевна должна быть также допрошена, Татьяна Вениамина Говорова, которые были и на митинге, и тогда и всем говорили, что это все законно. И что это оппозиция раскачивает лодку, это специально все сделано, конечно, перед выборами. Быков сказал, что вообще Жулев неадекватный, что поднимает вопрос. Я ему четко сказал, да, ты в гражданском суде выиграешь, а если перейдешь в уголовку, ребята, сейчас будет у нас сейчас такой должен печальный быть конец. Перерыв. Перед это всем тем, понятно. Одна минута до перерыва. Я хочу просто уточнить. Мы говорили громко, все СМИ, не скрывая, да, не ваше мнение. Чьи сыновья там и были. И фамилии, и сын Быкова там был, конечно, в документах выгодоприобретателей. Да, это говорили и писали все СМИ. Прокуратура собирала материалы с 60-х годов, фотографии этих земельных участков, что-то чтобы показать, что реакционно. Абсолютно. Абсолютно. Это все было оглашено. Это не тайно делалось.
Но тем не менее, на протяжении долгих лет все сходило. Вот, ну, нет, вот, подождите, пока сходило. Исходит. Мы сегодня имеем историю 8 лет, но по, на самом деле пока ничего не произошло. Вот. Здесь прервемся на полторы минуты и разберем вопрос, а произойдет ли. И если произойдет, то какими путями могут, собственно говоря, пойти все участники этого процесса. Продолжаем мы эфир по делу о парке Победы. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов. У нас в студии и Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы этих созывов и нынешнего созыва. Смотрите, вот сейчас Ефаркин под домашним арестом. Как будто бы, но Следковым не подтверждает, была допрошена Наталья Мамедова, глава департамента собственности. Понятное дело, что она, конечно же, распроводились такие истории, не могла быть непричастна. И не могла быть не в переводу курсе. Земли по снижению кадастровой стоимости. Да, давайте так. Не могла быть не в курсе. Я даже скажу больше. Она подписала все документы, вся технология при переводе изменения кадастровой стоимости. Это связано с департаментом. Одну секунду. У нас осталось 12 минут. Давайте мы разберем возможные пути исхода этого дела. И представим себе, сколько еще это может длиться и когда мы можем получить какой результат. Вот смотрите. Когда обсуждалось, и вы тоже в этой студии, в особых мнениях, в дневных разворотах, в разных других программах говорили, чего мы хотим добиться, активисты, да, чего мы хотим добиться этим делом, говорили по-разному. Кто-то говорил, пусть вернут землю в муниципальную собственность, и пусть там будет парк. Кто-то говорил, земля должна быть возвращена, парк должен там оказаться, но... Все задействованные в этой схеме лица должны сесть. Это... Наказаны, да, наказаны. Вот можно я скажу? Да. Я вам больше скажу. Вот смотрите, мы сейчас историю рассказываем 8 лет. Да, это еще получается дума 4-5. Кстати, председателем городской думы 4-5 был глава города Быков. Да. Да, то в данном случае все происходило именно в том периоде. Он дирижировал. Он, значит, дальше. Вот я хочу сказать: у меня один товарищ очень правильные вещи говорит. Он говорит, уже должен был освобождаться, его до сих пор не посадили. Да, потому что 8 лет вот эта вся история длится. Я говорю, что как раз это надо было делать еще в 2011-2012 году. Подождите, тут ведь еще вот какая история. То есть справедливость все понимают по-разному. А Кировспецмонтаж в этой истории? Кировспецмонтаж, тут сторона пострадавшая. Да. Значит, в данном случае сегодня, я так понимаю, что позиция Кировспецмонтажа очень простая. Мы готовы отдать этот участок земли. Пускай кто нам его продал, вернет нам деньги, мы вернем обратно сделку в то же положение. А продал Ефаркин? Ефаркин, конечно. И там ведь еще были участники. Есть еще один момент, на который вчера Ян Чеботарев обратил внимание. Это если признается сделка незаконной, вот эти 330 там сколько-то тысяч, город обязан будет Ефаркину вернуть. Погодите, нет. Город, я думаю, что вернет за участок. Нет, это формально, если он предъявит иск. Да, вот да. Смотрите, ситуация какова. То есть однозначно после этой уголовки уже признают незаконным, не знаю, там кого посадят. Я уверен, что должны посадить всех, кто в этом участвовал. Да. Мало того, я думаю, что по тому, как были задержаны люди, Ефаркин получит какой-то срок, пусть там условно или еще что-то, и Наталья Анатольевна Мамедова, я не знаю, как там, в какой статус ее выведут, у нее личного приобретателя, я считаю, что и Перескоков должны быть, и управление архитектуры, там, не знаю, кто там подписи свои ставил, там несколько человек, но по Быкову, Владимиру Васильевичу, да. Мало того, я знаю, что ведется проверка и по этим двум судьям, которые в отставке. Они сейчас в отставке, у них нету статуса. Иммунитета у них да, нет. Там допрашиваются какого-то. И судьи, в том числе, это может вообще быть громчайшее вот дело последнего времени. Но мало того, что после уголовного дела меня не интересует мнение Кировспецмонтажа. Они вляпались, они бизнесмены, не знали, что делать. Это земля все равно вернется городу. Что там будет, депутаты обсуждают. Во-первых, там был классный стадион. Я все время школьникам... Стойте, нет, я все равно верну к вопросу Ани, вас давайте. Обоих, и давайте сжиматься и не будем вспоминать свое детство. Подождите, Владимир Вениаминович. Значит, смотрите, какая история. Итак, если сделку признают незаконной, город может по запросу Ефаркина вернуть 338 тысяч ему, так? Да. Шульгин заявлял, могу прямо сейчас со своей банковской карты снять 330. Героический поступок, нет, но он у нас хотел есть, просто нам из города надо. Он хотел просто обрисовать эту цифру, что она вот такая, эта цифра. Да. Я вам скажу, на митинге многие мамы молодые говорили, готовы были что скинуться. Мы говорим, давайте мы просто это сумма материнского капитала. Да. Мы скинемся и будет этот парк наш. Дальше смотрите, вот эти 150
180 миллионов, которые Кировспецмонтаж, Мироновы заплатили Ефаркину. Ефаркин их получил. Эти деньги где сейчас? Он сможет, как вы думаете, Ефаркин их вернуть? Ну, вот, я так понимаю, что когда его переместили под домашний арест, ему поставили эту задачу. Чтобы он вернул чтобы деньги. Он вернул эти деньги. Понятно, что в тюрьме и в камере он не может этим оперировать. И я думаю, что это был, да, это был его основной аргумент. И сказал, что если вы хотите, чтобы все вернулось в свое положение, то мне надо выпустить... В таком случае, если да. Мы предполагаем, если Фаркин идет на сделку со следствием, если он возвращает Мироновым деньги, да. Там, да, соответственно, Мироновы уходят, и Фаркин там, не знаю, деньги только выплачивает, сделку признают незаконной, здесь тогда что будет? Условки там будут какие-то, еще что-то, или и этим успокоится ли следствие, или кто-то будет настаивать на том, чтобы были те самые посадки, которых вы требуете, Дмитрий Михайлович? Посадки будут 100%, да, потому что, смотрите, состав преступления закончен. Посмотрите, санкции 159 части 4, они просто огромные, они просто здоровые. И... Это статья о чем? Мошенничество. В особо крупных группах лиц по предварительному сговору. Да, это очень тяжелая статья. Это никак не спрыгнуть там, ну кто-то, может быть, условное получит, но остальные... Слушайте, это Россия, Владимир Вениаминович. Да, у нас погоди, за убийство условно. Я вам хочу сказать, что тут, конечно, 50 на 50. Вот мы не понимаем, как ведется вообще следствием направление, или они хотят просто по-тихому все вернуть в обратную позицию и, в общем-то, чтобы всех успокоить. Чтобы все остались при своих. Да, при своих, да. И не трогать главного участника процесса, да. Или все-таки идет сегодня процедура, которая, в общем-то, и дойдет и до главного участника процесса, потому что я вам хочу сказать, что мы уже с вами это дело обсуждали. Без высшего руководства города никогда бы это невозможно было осуществить так, чтобы вся администрация работала для того, чтобы продать этот участок земли с учетом понижения коэффициента и потом работала два раза... для того, чтобы сделка выглядела законной, да, юридически. И Дума, да, два раза голосовала практически единогласно за совершенно понимаемую ситуацию, когда идет полностью процесс вывода земли в городской черте. Ладно, это просто бы был земельный участок. Друзья, это Парк Победы. Молодцы. Многие наши родители там после работы сажали всякие растения, деревья для того, чтобы этот парк существовал. Слушай, и продать Парк Победы, а глава города настаивал, бывший военком, генерал-майор, он себя, знаете, вот себя позиционирует. Патриот, в кавычках. В год юбилея, в 15-м году. Владимир Васильевич говорил, что это не Парк Победы, а прилегающий к нему участок. Смотрите, какая история. Мнения у нас разделились. Вот сейчас, Владимир Вениаминович, вы называете фамилии сотрудников администрации, которые должны были там, переводить, проводить, подождите, подписывать, поставить подпись, осуществлять вот эти механизмы. Вот по механизмам, там как бы, вот по исполнителям... Они отработали. Да, вопросов нет, им ставится задача, они выполняют согласно букве, там, например, закона. Да, любой цена. Так ведь? Раз. Вот я вот насчет посадок, и кто отвечает? Вы говорите, надо, чтобы архитектура там была привлечена, посадили, не посадили, там, значит, департамент земельных отношений, возможно, перескоков. Товарищи, Владимир Вениаминович, смотрите, какая история. Смотрите, какая история. Есть исполнители, которые просто делают там свое дело, как поставлена задача, они ее согласно законодательству выполняют. А кто-то им задачу поставил? Кто принимает решение и голосует за все это, вся Дума целиком. Да. Погоди, не целиком. Вообще, не целиком. Вообще никакой минус ответственности не несут. Мы сейчас будем сажать одну, другую, третью или штрафовать. А Дума, блин, такая вся белая, пушистая. Нет, мы же помним выборы 2012 года, когда, посмотрите, какая грязь лилась на оппозиционные партии ради того, чтобы пришла та Дума, которая нужна была, которая должна была проголосовать за все это безобразие, конечно, за 2012, 2013, 2014 год. Посмотрите, сколько имущества, сколько воровства произошло за созыв Пятой Думы. Посмотрите, мы сегодня даже половину не знаем. Вы вспомните еще, мы сейчас говорим о Парке Победы. С 2012 года начались рейдерские захваты всех парков. Первый парк. Вы мне скажите, какой кировчанин или предприниматель мог построить рядом с муниципальной гостиницей в парке отель «Хилтон»? Никто. Это еще одно преступление. Бесплатно которое... землю забрали, да, при всем при этом поставили... Тоже Дума голосовала? Да, принимала, да, тоже Дума о переводе и земли. Тоже, да. И никто из депутатов, глава, голосовавших, подожди, их не пострадал. Глава города, глава администрации подписывали, все это проводили. Второй захват в парке Дворца пионеров Мемориал. Захватили эту территорию. Аналогично. Да. Тоже но парк. Но это не городская это земля. Это областная была, да, но с разрешением города. Плюс взяли Парк Победы. Спокойно, без всякого шума. Брали, конечно, я согласен, что депутаты работали.
Потому что все эти депутаты пришли не защищать интересы кировчан, а пришли защищать интересы олигархов и главы города. Потому что им надо было за эту пятилетку решить все свои личные вопросы. Они их решили. Там еще была приватизация Куприта остановлена и приватизация Детского мира. Да, это понятно все. Но это, мы можем сейчас очень много о чем говорить. Мы говорим о том, что хотели захватить на профсоюзный Карла Маркса участок, тоже этот парк. Слава богу, да. Благодаря действиям местных жителей и всех кировчан его удалось отстоять. Но с 2012 года начались рейдерские захваты всех парков. Подождите, у нас остаются 3 минуты. И это происходило из-за того, что... Слушатель нам передает привет, Николай говорит... Убрать из Гордумы тех депутатов, кто в прошлом созыве голосовал по парку. Поддерживаю. А как убрать? А их уже практически там демократическая процедура граждан, выборов. У нас граждан, Дмитрий Михайлович, такой, выходите на выборы. Вы не ходите на выборы, из-за этого проходят не те депутаты. Не подождите. Голосуйте вы за тех депутатов, которые визны. Очевидно же, кто будет голосовать против. Депутат, у него должен быть критерий один. Он должен быть принципиальным. Если человек не принципиальный, зависимый, им там делать нечего. Вот, вот и все. У нас 2 минуты остается. Владимир Вениаминович можно считает, я поясню свою считает, позицию что по накажут. Управлению. Архитектуры, да, смотрите, здесь есть 2 аспекта. Первый, продажа, раз. Второй момент, чего сегодня следствие тоже ведет. Вот было 155, мы собирали одну кадастровую стоимость, одни налоги. Потом стало 56, вот перевод этот, это нанесение тоже ущербу города. И третье, с 56 миллионов до 1 700 000, есть этот еще состав, которые все подписывали. А какая цель? У депутатов нет такой задачи. Мы не подписываем никакие документы. Голосуем о переводе Владимир земли. Владимир Вениаминович, знаете, что я вам скажу. Все депутаты знали, за что именно. Они голосуют. Владимир Вениаминович, они все знали. Смотрите, они знали, что это воруется ихним руководителям свежая земля. Свежая история. Вот нынешняя история с торговым центром «Макси». Да? Благодаря которой мы получили крупнейший коллапс транспортный в городе, и еще его получим на все праздники абсолютно. Мы здесь разбирались с администрацией, с ГИБДД. У нас весь город в коллапсе. С администрацией, с ГИБДД, вот здесь, вот в этой студии, документы подписаны были на выделение участка на строительство вот этого центра при Быкове и Перескокове. Да, конечно. При этом никакой нагрузки на изменение транспортной инфраструктуры инвестор не несет. Да ладно, он там сделал отдельную полосу. Но парк, это, она ничего не решает. Который должен был быть на Люльченке, тоже отрезали, выбросили, и нам тут говорили и ГИБДД, и город ДДХ, что они рекомендации свои писали, и они не рекомендовали строить крупные торговые центры в центре же города. Или если вы строите, они давали свои рекомендации, как это нужно делать, но они тут сами нам говорили. Угу. Мы не имеем права вето вообще никакого, точно так же, как и департамент архитектуры. Подписывают все. Руководитель. Конечно. Погодите, но документы готовит управление архитектуры. Светлана. Они не принимают решения. Вот смотрите, 10 лет быковского руководства нашего города нанесен громаднейший ущерб всем инфраструктурам и кировчанам, и городу. Мы сегодня видим огромный. И моральные, и материальные всякие. Мы сегодня видим то, что происходит в городе, и мы будем это ощущать. И фактически это исправить практически уже нельзя. Все эти алые паруса, все эти строительства безумных домов, это торговых центров. Друзья, это не происходит просто так. У нас ни один предприниматель в городе не может по 2 года получить выкуп за бешеные деньги своего имущества, которое находится в муниципалитете. Ни одно разрешение невозможно получить меньше, чем 1/2 года. Эти все вопросы решались в течение 1 часа, в течение 1 дня по 1 телефонному звонку. Друзья, это все произошло на наших глазах благодаря тому, что мы проиграли все выборы. И главой города был человек, выборы, который да. фактически воровал и обкрадывал наш город. Говорит Дмитрий Михайлович. Да, русских... Это мое личное заключение. Да, это личное. Владимир Журавлев. Победы мы будем мы завершаемся. Верно. Светлана, я должна только вот что сказать. Я думаю, что Владимир Васильевич Быков должен к нам прийти в ноябре, да, и мы будем над этим вопросом работать. Потому Света, я вам еще больше скажу. Меня удивляет. Решение, да, сегодня мы удивляет конечно. Областное законодательное собрание, когда у них председатель сидит, и ни один депутат из областной думы не может ему задать вопрос, и почему вы, Владимир Васильевич, до сих пор являетесь председателем ЗАГС-собрания. Мы предоставляем время любому Владимиру Васильевичу Быкову, любому депутату ОЗС или Гордумы, который имеет другую точку зрения, отличную от наших сегодняшних гостей. Пожалуйста, 211-101 номер телефона редакции. Мы готовы предоставить вам время в дневном развороте. Приходите, мы вас послушаем. Да. Пожалуйста. Завершается первый час. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Благодарю наших гостей, и мы с Анной вернемся через 20 минут. Спасибо всем.